занимались. Но чтобы школа открыла для нас двери, нам нужно научиться собирать портфели. Подождите, Софья Артуровна, не спешите. По-моему, вы положили в портфель своему внуку много лишнего. Маша. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы играть. Будем с вами играться, мы тренироваться. До сентябрьский первый день в школу нам собраться. Мама завтрак припасет, папа шарик принесет. Вам же надо не отстать и быстрее портфель собрать. Ой, надо поучиться портфели собирать, правда? Поучимся, ребята. Ну что, а теперь мы будем учиться собирать портфель и готовиться к школе. Сейчас проведем с вами генеральную репетицию 1 сентября. Я приглашаю на сцену две семьи. Маму, папу и ребенка. Пожалуйста, смелее. Ночь перед 1 сентября. Обратите внимание, как крепко спят мамы. А папы волнуются больше всех. Спят устал. А ребята спят и не волнуются. За них волнуются мамы с папой. Ой, смотри. Мы волновались за вас очень-очень. Первыми в школу пришли и забрали семья Басичева, Тимура. И тут же рядышком и Ксюшины. Держи вот так шарик. Все с букетом, с шарами. У Ксюши, конечно, шарик побольше. Тимурин по дороге сдулся, да? Нет, ничего страшного. Молодцы родители. Аплодисменты. Аплодисменты. Родители к школе готовы, и дети.